Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице пройдет 16-й международный кубок РГСУ по шахматам Moscow Open 2020. Как сообщается на сайте мэра столицы, на данный момент заявки на участие в соревновании, которое пройдет с 24 января по 2 февраля, подали свыше 2500 шахматистов из 38 стран мира. Отмечается, что в турнире примут участие более 100 студентов из 40 вузов России и зарубежья, а также порядка 1000 школьников. В сообщении подчеркнули, что самому юному участнику Кубка РГСУ всего 4 года, а самым возрастным – 93 и 83 года. На этом у меня пока все. Еще больше событий и мероприятий можно узнать на сайте mymsk.online. До скорого!